Приветище, это чинила замков. Что-то в последнее время много всякого попадается, прочинил. Ну, в общем, вот и дошло время до замков. Будем их ремонтировать. Ну, понимаешь, сколько времени уже прошло, какие замки-то остались. Все уже поломалось, приходится их чинить, реставрировать. Не, на самом деле мы в Средневековье. Даже в Средневековье были чинилы. И строители, как ни удивительно и странно, да? Они всегда были. В общем, это наша с тобой вот развалюха. Это наше королевство, которое мы будем с тобой превращать в королевство. То есть тут просто участок, все раскидано, везде мусор. Улиточка. Ляпота. Ага, пока что я убирать ничего тут не могу. Нужно обучение пройти. Ну, пойдем тогда пройдем. Первый наш квест с доски. Квест Бордер. Берем и выполняем. Нам нужно отправиться куда-то в далекие 39-е царство и там что-то починить. Вельком. Значит, вот, мы прибыли в какой-то... Тут даже королевством-то не пахнет. Что это такое? Это перевалочный пункт. Ладно, хорошо, значит, что тут у нас? Починить забор, точнее, крышу и вот эти вот стойки. Окей. Где у нас стойки? Вот они валяются. Ну, точно, смотри. Викинские всякие штуки тут выгравированы. Фиг выговоришь. Выгравировано. Или вы... Не, гравировки тогда не было. Это высечено. Ножиком высекали. Значит, берем, ставим отсюда. И все четко. Берем вот этот столбик. Вставляем сюда. Последний столбик у нас вот здесь. Хватаем. И все. Я все починил своим горбом. Оттаскал все эти бревна. Можно наверх залезть, да? Лесенка. Я тут не зря же лесенка. Крышу-то чинить как? Крыша там целехонькая. А, вот, смотри. Вот здесь крышу надо починить. Дырок сколько. Ого. Ходишь и проваливаешься. Негоже так бегать по смотровым площадкам. А там, знаешь, что? Пойдем сходим, поглядим. Ю-ху, паркур. Да, кости не треснули, жить буду. Все хорошо. Исследовать территорию вокруг замков и прочей всякой бурды. Окей. Пролазим. Что у нас тут есть? Сундук. Сокровища. Кощея ставил, а там яйцо. А иголки у меня нет. Ё-моё, золотой склад, золотой стандарт. Ну все, в общем, мы поняли. Можно искать здесь золото. Уборка приносит свои плоды. А меня за это потом не накажут? Дестрой. А, я могу переключаться между уборкой и разрушением. Окей. Вот это дерево нам надо с тобой уничтожить. Оно тут мешается. Видимо, для смотровой площадки. Ну давай. Хоп, и все. Нет дерева. Уберись, пожалуйста, молот. А вот мусор, собственно, который нам нужно убрать. 50 единиц мусора. Куры, пошли вон, это мой мусор. Не отбирайте у меня мой хлеб. Точнее, мою работу. Хлеб выклюйте, а я буду работать. Вот. Сколько мусора. Ё-моё, что тут происходило? Наверное, викинские всякие бои. Или нападение какое-то было. Сколько я убрал? 23 единицы мусора. Ну хорошо. О, и здесь забор надо починить. А это материалы, да? Тут ничего почитать нет. Ну, короче, понятно, это материалы. Нужно починить забор. А доски без разницы какие. Вот, например, большую взять, лупануть сюда. Не, не подходит. Ну хорошо. Ой. Ой. А, я сразу могу по три таскать. Прикольно. Вижу. Круто! Значит, берем вот эти маленькие. А, тоже по три. Да, Геракл из меня такой себе, как будто покакал. Забор починили с одной стороны, но нам нужно починить еще где-то забор. Хватаем доски, пошли. Кура! Зашибу сейчас тебя. А, курицы какие-то, полдергейсты тут. Призрачная курка. Кура. Курка. Что такое курка? Курка, курка, курка. Какая-то это, знаешь, польское или шведское слово курка. А, турки, турки. Ну нет, 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 далеко, далеко это слово. Значит, все, забор я починил, мне засчитали. Окей, что еще чинить надо? А, вон, смотри, вон там я вижу тоже зелененькие. Вот это что тут у нас? Солнце светит, ни шиша не видно, в глаза все долбит. Так, что-то вот тут надо. А, так дырки заделать, дырки, точно, точно, точно. И с той стороны надо заделать, и с этой стороны заделать. Надо будет сейчас, на вопрос, побыстрее ляму, сейчас все сделаем. Я же быстрый мастер. Так, бревна кидаем здесь. Йоу, сено! Assassin's Creed. На кол сел. Было больно, наверное. Берем еще доски. Я не знаю, сколько там досок-то надо. Три штуки надо было или больше.
Сейчас разберемся. Все равно все наверх таскать. Так, значит. Навалил здесь кучу досок. Не ту кучу, про которую ты подумал. Я уточнил, что это доски. Закидываем все это. Ну, просто по грамоте. Как в учебнике написано. С этой стороны что-нибудь у нас есть? Ого, какой ящик здоровый. Огроменный ящик. Можно его сломать? Давай сломаем. Чего бы нет. Фу, сундук еще один. Ты прикинь, я здесь наварился-то как годно, а? 2000 золотых нарвал. Нарвал с дерева. Урвал с этой стройки. Или это не стройка, это ремонт. Да, с этого ремонта. Так. Нажмите Z, чтобы использовать специальные какие-то штуки. О-оу. Фига. Все подсветилось. У меня, оказывается, суперсила есть. Суперсила уборщика и чинильщика. Ну, прикольно. Прикольно, что сказать-то? Мам, я тут кое-что сломал, но я прибрался с другой стороны, поэтому нет, не ругайся на меня, да, из вот этого разряда. У меня суперсила. Что, вроде все? А, нет. Вот эти штуки надо еще убрать. И все. 50 единиц мусора я убрал, хотя сено это не мусор, но я его убрал. Что дальше-то делаем? Что еще надо? Там я починил, вон доски валяются, пускай валяются. Кто-нибудь другой уберет. О, у меня компас, оказывается, есть. Он показывает, куда доски тащить. Круто. Ну, пойдем по компасу. А он мне говорит... скорее всего, наверх, да? Я же там поверху бегал, видел, что дырки есть. Ну да. Хлыбыщ, хлыбыщ, хлыбыщ. И все? Я починил? Да, починил. Еще надо одно дерево срубить. Единственное дерево, которое вижу тут на поляне, это вон то. Ну, пойдем. Рубанем деревца. Деревца. Опа. О, не то. Рубим. Давай. Оу! Круто. Еще 1000 золотых дали. Но 3000 золотых я собрал здесь. Go home. В мое царство. Твое царство написано сверху, видишь? Your kingdom. Kingdom. Your. Yorkshire kingdom. Олень. Жалко, его седлать нельзя. Но тут пространства много. Ну что? Значит, мне говорят... Можно убираться у себя на территории. Нажмите Т. Давай Т нажмем. И что? Т мне ничего не дает. Может, там другая кнопка была? Квестов больше нет. На доске у меня тут ничего нету. Clean mod. Давай попробуем. Я же веником еще не убирался. Оттираем. О! Круто. Вспомнил, когда я квартиры ремонтировал. Такая же механика. Может, это от тех же разработчиков, кстати? И грязь убираем. Это венцо? А, нет, это кровь. Я думал, венцо. Кровищ-то сколько. Доски все нафиг убрать. А, суперсила. Покажи мне грязь. Значит, я думал, колесницу вот эту можно починить, но нет. Нельзя ее починить. Какие-то веревки. Это нам разобрать придется. К сожалению. Или к счастью. Что она тут место занимает? Так. Это тоже сейчас уберем. Ну и все, тут уже поляночка покрасившая. Ну, по всей видимости, мне вот этот домик надо будет починить. Это мой будущий дом. Пока что я живу в лесу. Вне своего помещения. О, какой у меня отличный лавочка. Отличный лавочка. Шикардос. Разламываем. Нет шикарной этой лавочки. А, все, я выполнил задание по моему дому. Я даже не видел. Вообще все снести нафиг надо? Обалдеть. Я думал, я починить это смогу. Ну ладно, давай сносим. А, тихо, не падай на меня. Не падай. Все ломать, так все. Развалился домик мой. Интересно, верхняя часть упадет, если я снесу опоры? Или она останется висеть? Ау, ау, падает все сверху. Тихо, дайте я выйду из домика. Значит, вот последняя опора. Круто. Ну, хорошо, что хоть это все продумано тут. Так вот. Сколько у меня досок? 63 доски. Короче, это все не только разламывается, но дельно разламывается. Доски со всего этого разобранного у меня на склад отправляются. Это очень годно. О, задание появилось какое-то новое. Сейчас, подожди. Суперсила. Где грязь, покажи. Вроде все убрал. Вроде все убрал, все четенько. Молот убираем. Ну и что, пойдем поглядим, что там за квест нам дали. Что надо сделать?
Building basics. Построить какую-то базу. Базисную базу. You will now learn the building tech. Блин. Сейчас разберемся. Итак. О, магазин есть? Может, познакомиться с кем смогу? Нажмите tab. Точно, у меня появилось строительство. Апгрейд и стройка. Круто. Из кирпича могу, видимо, что-то выкладывать. Значит, мне нужно вначале сделать фундамент. Ну, из дерева, конечно, из дерева. Вот. Все, я понял. Вот фундамент у нас вот такой вот. А вот это как сделать? Покажите мне, как это сделать. Наверное, построить. Так, крыша, это фонтейшн, фаундайшн. О, вот оно. Ставим. И здесь, наверное, да, ставим? Ну да, все четко. О, это и стенки сразу же. Прикол. Press 2. Нажимаем Press 2. Вот, стеночки будут у нас сюда, сюда. Красиво пока все. А, и входная дверь. Входная дверь у нас на троечку. У меня все в быстром доступе, в принципе. А, тут окна будут. Тут, короче, стенки с окнами. Все ясно. И сюда тоже окно. Вот. Ну, круто. Мне нравится, как тут реализовано строительство. И крышу еще забабахать. Крышу. Нет, мне в другую сторону, пожалуйста. Крышу можно поворачивать? Ротейт, да, можно поворачивать. Вот так. Доходим в домик. По-моему, все по красоте. Отлично. Теперь окна. А, это ставни, не окна. Может, мне вначале отделать дом надо, а потом ставни ставить? Ну ладно, так. Не страшно. Это мое видение в строительстве дома. А, двери. Может, без дверей? Вот и все. Я починил, я сделал каркас. На этом все, нет? Нет, на этом не все. Будем сейчас обшивать дом. Строительный мод. Выбрать дерево. Окей. С этим мы уже знаем, что делать. Это пол. Как мне войти-то? Можно войти? О. Я внутри. Значит, делаем пол. Вот так вот. Стенки тоже у нас будут из дерева. Оу. Оу. А может быть, не из дерева? Постройте свой первый дом и... Фурниш the house. Что такое фурниш? Фарниш. Фарниш. Фиг его знает. Ладно. Короче, все. Из дерева делаем. По всей видимости, неважно, из чего, из какого материала он будет. Ай, не так сделал. Или так. А нет, все грамотно. Все четко. И дверь. Оу, oh, yeah! Фурнитуру теперь нужно поставить в доме. А фурнитура — это мебель. А где ее достать? У меня есть, кстати, инвентарь. Смотри. О, в инвентаре кровать есть. Точнее, в рюкзаке. Инвентарь, рюкзак — одно и то же. Значит, ладно. Берем кровать. Мне кровать нужна. Вот такая большая тут не подойдет, она не влезет, вы что? Это слишком. Китчен, кухни нет, ничего другое выбрать не могу. Ладно, значит, придется ставить такую большую, видимо, это часть обучения. А, выбрать можно. Ну, конечно, подешевле, за 100, можно за 150 сделать. Почему-то за 100 выглядит дороже, чем за 150. Тут какое-то, я не знаю, стрёмное деревце, и оно такое маленькое. Ну, в смысле, кровать маленькая. Тут такая здоровенная кровать, королевская прям. Ну, хорошо, давай мы сделаем за сотку. А, можно за сотку вот такой еще сделать. А какая тут нужна? Так вот такая и нужна, смотри. Ставим. А можно на потолок прилепить? Для Человека-паука средневекового. Значит, вот, у нас есть тут кровать недоделанная. Кто-то любит, видимо, на досках спать. Можно перетащить, если что? Ну нет, пусть тут стоит. Хорошо, дальше нам нужна тумбочка. Тумбочка. А какая там нужна? Можно посмотреть? Подождите. Небольшая. Небольшая тумбочка, наверное... Вот такая? Нет, не такая. Наверное, вот такая вот. Нет, тоже маленькая. Надо большущую. Это слишком большая. Так, да, что ж ты будешь делать-то? Ладно, давай такую вот к нём. Вроде соответствует требованиям, запросам. Значит, шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Обычный шкаф. Вот за сотку возьмем. Мне маловат будет. Больше надо. За 200 не хочу. Давай за сотку вот этот попробуем. Развернуть. О, его, по-моему, достаточно. Еее, 3000 золотых, ёпарасоте. Так, ну отсюда мы не ходим, не выходим с этой стройки, потому что тут еще могут быть золотые монеты. Странный какой-то домик, стрёмный, такой бы я бы себе никогда не построил. Смотри, тут везде все беленькое, красивенькое. А можно переделать вот эту часть
из камня. А хотя тут вон есть из камня, есть из бетона. Точнее, это шпатлевка, может, не шпатлевка. Не знаю, я не разбираюсь в материалах средневековья. Из чего вот эти стенки? Скорее всего, это камень, а потом чем-то замазали. Глиной, может быть. Наверное. В общем, давай тут пошастаем, побегаем, может, золото где найдем. Вон, я там вон, вижу, что-то лежит. Это сундук, что ли? Сундук на пляже? Можно покупаться. Ай, я как знал, что не надо отсюда убегать так просто. 1000 золотых. Хорошо. Вот здесь вот можно куда-то пробежать. А, стенка невидимая, нельзя. А утопиться можно? С разбегу прыгнуть в воду. И вот так вот. Хопа. А, понятно, это лужа. А, я думал, покупаться можно. Пойдем посмотрим. Сено, что ли, продают тут? Сено, точно. А вот у нас и сундук еще один. Еще 1000 золотых. 5 золотых. То 5000 золотых мы заработали на этой территории. Это очень круто. Мы богаты. Великолепно богаты. Ну, все, можно домой возвращаться. Я думаю, по 2 сундука на каждой территории. В принципе, достаточно. Ливаем. Thank you so much playing. Спасибо за игру. Если хотите продолжить, приобретите игру в Steam. В смысле? В смысле? Я хочу еще в пролог поиграть. Подождите. Press E to buy new terraria. А, чтобы купить новую территорию? А, ну, давай. Я, в принципе, просто тут зачистил. Мог бы что-то построить, но... Ну да, я здесь могу что-то построить. А если что-то купить? Ясно. То есть я могу земли еще приобретать. Но у меня, в принципе, 10 тысяч золотых. Ну, давай, допустим, вот это купить за 10-ку я не могу. Видимо, все поочередно должно быть. Давай за 3 купим. Бай. А, это я апгрейдил территорию свою. Круто. Теперь у меня больше земли. Я феодал. Хо-хо-хо. Скоро буду королем. Ну что, давай попробуем здесь свой домин отстроить. Денег у меня всего 7 косарей, а это говорит, что в прологе мы можем на 7000 себе что-то тут построить. Ну, давай попробуем это сделать, значит. Фундамент. Беленький фундамент. Он может быть выше. Дом может быть выше. А лесенка тут есть, если что? Если я сделаю повыше. Лесенка, покраска. О, факел. Ладно, строим из того, что имеем. Пониже, пожалуйста. Вот так вот. Не хочу слишком высоко. Домик у меня будет вот такой вот. Вот такой вот домик. Длиннющий. Может быть, я здесь гостиницу захочу открыть. Вот, для гостиницы самое оно. Все это у нас будет сделано из камня. Сразу же кладем фундамент. Все постепенно. Фундамент из камня. А нет у меня камня, прикинь, я не могу из него сделать. Понятно. Только дерево получается, потому что у меня есть дерево. 69 единиц. Ясно. Это, конечно, не очень круто, но что поделать. Главное, чтобы этих 65 единиц хватило мне построить гостиницу. Стенки у нас бывают разные, с дверным проемом и с окном. А можно просто, да? Окно у нас будет стоять вот здесь. Потом... Ну, поскольку это гостиница, тут у нас прихожка. Вот тут комната будет. Тут комната будет. Тут комната, тут комната. Туалеты у нас в средневековье были на улице, поэтому... Ладно, тут у нас будут просто стенки. Это будет у нас кладовка. Будет еда. А может быть и столовку тут сделаем. Не знаю, посмотрим. Вот, значит. Здесь тоже у нас будет просто стеночки. Так вот. Вот. И здесь тоже стенка. А здесь у нас будет дверь. Входная дверь. Сейчас мы это все, значит, заделаем. И посмотрим, будет ли у нас второй этаж. Хватит ли, точнее, у нас дерева на второй этаж. Двери. Двери сейчас ставим. Эу, где двери-то мои? О, лесенка. То, что надо. Вот, я хотел сюда лесенку. Вот она будет у нас. Вот такие двери нам тут не воткнуть. А, это ставни. Подожди, это ставни. Это ставни. Так, а есть еще что-нибудь другое? Не, что-то совсем мало. Ладно, значит, ставни ставим пока. Ставни. Без них никуда. Антивандальные ставни. Защитить тебя от воровской деятельности. Конечно же, все это фуфло. Мы же с тобой понимаем. Ставим теперь двери. Все, у нас теперь есть дверь, у нас есть каркас. Осталось все это теперь заделать древесиной. Где у нас там древесина? Ну-ка, штукатурка получится? Нет, не получится. Обломись. Ладно, дерево так дерево. Так вот.
Слушай, ну мне кажется, хватит у нас на второй этаж. Так что ему быть. Готово. 45 единиц дерева. Ставни. Можно ставни открыть? Что это за окно такое? Во! Во! Это я понимаю. Решетки еще. Значит, вот у нас комнаты. Здесь у нас будет лесенка на второй этаж. Сейчас попробуем сделать. Лесенка на второй этаж. Где-то дождь пошел. Ох ты ж. Билдинг апгрейд. Нет, билдинг. Мне нужна лесенка на второй этаж. А, слишком круто, да? Вот давай вот здесь вот ее воткнем, лесенку эту. Или можно ее вот так вот сделать даже. Лесенка вот тут. Да? Ой. Все, можем подниматься, отлично. Значит, второй этаж. Где у нас крыша? Крыша, крыша, вот она, крыша. Делаем ее. Ой, не тут, не тут, уберите, пожалуйста. На. Сейчас разберем. Не в том месте сделал крышу. Так. Ну же. Точнее, это не крыша, это второй этаж у нас будет. Вот так вот. Берем теперь наш молоточек. А где у нас молоточек? Вот он наш молоточек, сносим вот эту часть. Ой, все, валюсь, как-то неудобно, лестница сделана на самом деле, ну да пофиг. Все, мы на втором этаже. Быстренько закидываем сюда древесину. Где у нас древесина? Вот она. Вот так вот, чудесно. Я, кстати, прочитал, для чего тут нужен у нас факел. Ничего сжигать не нужно, он просто нужен для того, когда в комнате темно. Зажигаешь факел, мы же в средневековье, и все пучком. Надеюсь, тут никто не свалится. Такая дырища, просто ужас. Ну все, получается, нам теперь нужна крыша. Крыша, сейчас будет крыша. Неудобно лестница сейчас. Крышу мы сейчас сделаем так же, как в прошлом доме. А руфтоп? Ага, понятно. Давай, короче, такую крышу. Но что-то как-то не хочет здесь ставиться. А, так потому что, ну понятно, это же пол второго этажа. Нужны стенки сперва. Тьфу ты, блин. Чё-то мне кажется, что у нас не хватит древесины. Через раз будем делать окна. Теперь нам нужен потолок. И он сейчас должен встать. Отлично, он встает. Все хорошо у нас тут. Ну вот и все. Крыша над головой у нас скоро появится. Погода тоже меняется. Ветер задувает. Готово! Крыша у нас есть. Теперь все это надо зашить. Зашить, естественно, деревом. 36 досок. Боюсь, что мне потом не хватит на кровати. Черт, моя гостиница сейчас прогорит. Прогорит в долгах. Где стенки, 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 стенки? Не те стенки мне нужно. Вот, вот это вот мне нужно. Так, значит. Ну, на втором этаже, я думаю, нет смысла ставить ставни. Это дорого. На одну ставню нужно одну древесину использовать. Не хочу. Дорого. 24 древесины, 22. Теперь крыша. Сколько же у меня древесины-то останется? Отлично! Все, моя гостиница... Ой. Ну, кстати, прикольно смотрится. Можно было бы оставить и влупить сюда этот телескоп, смотреть на звезды и на небо. Но в средневековье такого нет, поэтому заделываем. Во, все. Пойдем делать комнаты. Че дверь открыта? Закрой дверь. Не могу, прикинь, нету этой штуки. Типа закрыть двери. Вот, смотри. На край двери наводишь, и она закрывается. А с другой стороны получится так, нет? Двери откройся. Двери! Открыть теперь не могу. Через окно. А, тут же решетки. Блинский. Сейчас теперь попасть домой как-то. Черт. Ладно. Переходим к безысходности. Вырубаем просто эту дверь, она меня бесит. Вот это тоже сносим. Хочу сделать по-другому. Прям к краю стенки ее поставить. Ее нельзя двигать. Вот в чем печаль. Давай тогда вот так вот ее поставим. Да, так более-менее. Криво, но зато практично. Стенки, значит. Разделительные стенки. Закрываем лесенку. Теперь тут у нас проход. Вот комната будет. Тут у нас комната для склада. Сейчас я сделаю здесь у нас дверку. Вот склад будет. Это у нас типа коридор. Коридор. Одна комната внизу. Да, можно было бы и вторую тоже сделать. Но вторая проходная получится. Нет, так негодно. Все, тогда. Одна комната у нас внизу будет. Ага. Ставим здесь дверь.
И запиливаем все это деревом. Так. Чисто квадрат, чтобы поспать. На трюм похоже, на маленький трюм маленькой лодочки. Сюда даже кровать не поместится. А вот мы сейчас это и проверим. Где мне кровать взять? Конечно же, в инвентаре. Но мы обделять не будем своих гостей. В принципе, так вот влазит. Что им еще нужно? Им же поспать только нужно. Вот и все. Кровать, пожалуйста. Можно поспать. Двери. Обязательно двери на склад, чтобы у меня тут ничего не стырили. Двери вот такие вот, которые нифига не открываются, не закрываются, да? Хотя эти вроде... Вот, вот эти получше двери. Давай сюда такие же попробуем воткнуть. Может, прокатит. Ну-ка. Во! Вот эти двери лучше. Хорошечно. Дальше, значит, тут у нас надо заделать вот эту лесенку, чтобы не так видно и стрёмно было. Тоже из дерева. Вот так вот. Проходишь, тут комнатка одна, скорее всего, моя. Тоже дверь, кстати, надо поставить. А то комната без двери. Это нехорошо. Вот. И тут, в принципе, даже тумбочка влезет. Давай посмотрим, что там по тумбочкам. Стол, тумбочки. Вот такая вот маленькая сюда. Ой, что-то дорого как-то. Сколько? 100 монет. Мебель же из монет покупается, правильно? Че я древесину экономил? Значит, вот такую не получится сюда воткнуть. Слишком мало места. Хотя вот такую можно воткнуть, смотри. Втыкаем. Все, круто. Это достаточно, чтобы тут вещи положить какие-то и спать лечь. Закрываем двери. Ну все. Поднимаемся теперь наверх, и тут будет куча комнат. Куча комнат. Причем дорогих. Если там у нас эконом-класс был, да? Один квадратный метр, то тут у нас будет роскошная комната. Прям два квадрата. Двери сейчас тут лупанем. Вот. Это дальняя комната, она будет самая лучшая. Значит, здесь у нас будет тоже комната. Самая лучшая лухари, так сказать. Вот так вот. Здесь у нас будет две комнаты, которые тоже эконом-класса. Вот так вот. Одна без окна, это прям совсем эконом-эконом. Может, кто-то просто не любит окна. Бывают же такие люди. Ставим двери. И теперь все это зашиваем. Вот и все, красотень. Двери надо будет открыть сейчас, подожди. Открыть. Ага. И тут тоже все заделать. Сейчас везде все пооткрываем. Кстати, я понял, почему у меня... А что я сюда войти-то не могу? Слишком низко, что ли? Я высокий? Ха, прикол. Короче, оказывается, двери не открывались, потому что у меня в руке молоток был. И поэтому, видишь, я не могу двери открыть. Молоток убираю, двери могу закрывать и открывать. Вот. Я решил проблему с открыванием дверей. Так что теперь это не проблема. Все, древесина кончилась, и я смог возвести все стенки. Чудесно, у меня на все хватило. Теперь нужно просто обустроить все это дело. Обустроить, ну, кровать поставить, там, прочее, прочее. А есть, вот, свет. Отлично, есть свет. Куда бы это только воткнуть? Наверное, вот этот факел, он снаружи ставится. Да, снаружи же? Да, снаружи, точно. Вот так вот. Сейчас двери закроем. Отлично. Вход подсвечен. Есть еще вот такие штуки. Куда их тут? Ну и давай снизу тоже влепим. Вот отлично. Только что-то они тлеют, они горят. Наверное, нужно достать свой факел и все это поджечь. Да? А, точно. Точно. Огонь. Просто круто. Вот это я понимаю. Только вот гостиница моя похожа на какой-то огромный сарай стрёмный. Ну да ладно. Пойдем внутри тоже, короче, свет сделаем. Тут темно, тут капец. Вот я факел сейчас уберу, смотри, какая темень. Тут вообще ничего не видно. Ну вот, 4 факела воткнул. Все это сейчас подожжем. И должно быть окей. Ну, типа норм. Да будет свет! Сказал монтер, электромонтажер. Давай со стороны посмотрим, как это все выглядит. Ого, из окошечек, смотри, все горит. Есть свет. Четко. Переходим на второй этаж. Блин, второй этаж-то я себе заколотил здесь стенка. Надо перенести, значит, вот так вот ее ставим. И так норм. Значит, на втором этаже нам тоже нужны факелы. Зажигаем. Четко. Ну и можем расставлять тут кровать.
Значит, где у нас лохари-павильоны? Лохари-комнаты. Здесь будут факелы у них гореть. Это 100%. У них будет свой свет. А в экономии света нет. Типа, пришел, лег спать. Зачем тебе свет? И вот здесь вот. Огонь. Да будет свет. Есть. И в той комнате тоже есть. Теперь нам нужны кровати. О, хаос билдер. Я могу сразу. То есть смотри, я могу построить и дом. Вот у меня все элементы для этого есть. И могу построить замок, если куплю игру. То есть вон, кастл, замок. Ха, здорово. То есть я целые замки смогу строить. Надо будет купить эту игру. Мне она зашла. Если тебе тоже, то не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан. Бассейн! Офигеть! Можно бассейн сделать. Я купальню-то себе не сделал. Надо будет потом переделать. В общем, стол внизу мы сделаем. Кровать. Здесь у нас кровать хорошая, добротная. Будет за 200. За 200. Разворачиваем ее к окошечку. Вот так вот. Отлично. И тумбочку надо теперь сюда какую-то. Тумбочку. Небольшую тумбочку с зеркалом желательно. Место тут вагон. Поэтому тумбочку мы можем сделать вот так вот. То есть ты сидишь вот так вот на кровати. Тут зеркало, пожалуйста. Тут вот он выдвигаешь ящики, открываешь. Все, пожалуйста. Тут есть место, конечно, маловато. Давай мы все-таки перенесем. Перенесем вот это все дело. Вот сюда. Тут поудобнее будет. Вот. Места же тут достаточно. Ну, в принципе, вот. Вот. Идем делать теперь... Черт. Вот эту комнатушечку. Тут просто какая-то нищебродская будет кровать. Эконом-класс все-таки. Хотя нет, тут окно есть, значит не эконом-класс. И небольшую тумбочку, чтобы она тут была. Вот так вот. Тут закончили, двери закрываем. Вот, эконом-класс. Здесь просто даже кровати не будет. У нас человек будет спать на полу. Это прям, когда денег нет у человека. Че, никак? Блин, это матрас на кровать кладется. Понятно. Ставим вот такую вот штуку. На досках будет спать. Я теперь понял. Вот это доски. Тут у нас кровать хорошая. Тут у нас что? Здесь вот матрас нужен. Только сейчас обратил внимание, что матрас тут нет. Вот. Простенькая кровать. А тут на досках, потому что эконом. Вот зона кухни. Типа. Сейчас мы здесь воткнем стол. Большущий такой. Вот. Такой вот стол. Здесь можно будет обедать, ужинать, завтракать. Что хочешь, делай. Табуретки. Какие табуретки? У нас будут скамья с одной и с другой стороны. И туда надо пролезть как-то поставить. Вот так вот. Кухня готова. Кроме стола и лавок. Ну и какие еще лавры-то тут нужны для кухни? Ничего. Значит, тут есть, это есть у нас. Все, есть, свет есть. Банная комната. Слушай, так а может быть, давай мы банную комнату тогда на складе сделаем? А? Пойдем посмотрим, что там на улице происходит. Воу-воу-воу. Ну, деревья так себе качаются, но звук ветра тут такой, как будто шторм начинается. Значит, да, все, решено. Комната склада у нас идет под ванную. Вот. Нифига себе, какие тут ванны есть. Ну, давай, короче, поставим тут за 200, наверное. Для наших лухарей-посетителей ванная, пожалуйста. Из мрамора. Слишком дорого губу раскатали. Значит, шкафчик обязательно. С умывальником. Тут тоже нужно поставить где-нибудь. А, так у меня денег нет. Я все потратил. Денег нет. Ну все, короче. Тогда больше ничего я сюда и не воткну. Вот такая вот гостиница у меня получилась. То есть давай выходим на улицу. Добро пожаловать в мой сарай. Гостиничный рай. Слоган даже подобрался хорошо. Ставни нет, все-таки надо открыть. С открытыми ставнями, покрасивше. Значит, пожалуйста, проходим. Тут у нас кухня. Можете покусить, погрызть кости или курицу. Что там у вас есть, кролики или улитки, если вы француз. Тут у нас небольшая комната. Бюджетно. Но есть еще эконом-класс. Тут у нас ванная комната, одна ванная. Без окна, чтобы никто не подглядывал. Все отлично. На втором этаже у нас расположились элитные комнаты. Здесь у нас люксери, вид. Здесь, как вы можете видеть, есть даже зеркало. И огромная тумбочка, если вы приехали надолго. Кровать
двойная кровать для двух человек, для двух персон. Если вы приехали со своей невестой или женой, можете здесь побаловаться. Тут у нас эконом-класс, вообще ничего нету, спите просто на досках. Нету даже окон. Почувствуйте себя рабом. Вот. Рабом. А здесь эконом. Снова. А, бюджет. Бюджет. Бюджетная комната. Есть уже тумбочка, кровать неплохая, одноместная, с окном. Все на ваш вкус и взгляды. Тут, короче, у нас получается комната будет 10 золотых стоить. Это у нас получается 30 золотых. А вот это у нас уже будет стоить 100. 100 золотых. Двухместная. По-моему, все огонь. Тут даже две. Да, два окна. Подожди, а в этой комнате у нас сколько окон? Тоже два. Все отдельно. Значит, вот эти две крайние, они по сотке будут стоить. Огонь. Жду посетителей, как говорится. Ну, а на сегодня это все. Мы построили интересный домище. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих серий по этой игре. А я думаю, что игруху я эту куплю, она многим зайдет. И будем играть в полную версию. Ну все, пока. Увидимся в следующем видео.